Я думаю, что о кризисе журналистики в России говорить нужно. Безусловно, существует и заказная журналистика, и существует предвзятость, вызванная теми или иными формами давления на журналистов. Люди вообще недоверчивы и не доверяют, в частности, прессе. Сейчас все настолько готовы к тому, что ими будут манипулировать, что любую информацию априори воспринимают как манипуляцию. Когда нам дали свободу, журналисты стали писать все, что угодно. Здесь дело не в самой профессии, а в том, кто пишет. Появилась совершенно другая информационная среда, в которую, с одной стороны, проще войти, с другой стороны, значительно сложнее сделать себе репутацию. Кризис журналистики, в первую очередь, не свободе некоторых журналистов. Когда вот была моя травля меня вот у Малахова, там, в связи с разводом, жуткая была травля, я там в больнице лежал. Да, безусловно, конечно, уровень желтизны зашкаливает. От Гутенберга до Цукерберга, от первопечатника до социальных сетей произошла смерть журналистики. На мой взгляд, никакого кризиса не существует. Существует профессиональная журналистика и непрофессиональная журналистика. Как только исчезнет конъюнктура, то, соответственно, и журналистика у нас будет более открытой, более, наверное, интересной и более честнее. Журналистам нужно адаптироваться к новым условиям, нужно найти способы взаимодействовать со своей аудиторией так же успешно, как они это делали в предыдущую эпоху.